Приветствую вас, и думаю, что ваш вопрос все-таки пропустит, потому что он не нарушает правил нашего ресурса. Я прочитал ваше письмо и понимаю, что оно написано человеком, девушкой, которая первый раз влюбилась, которая стала боготворить своего мужчину, любить его, отдаваться им полностью и так далее. И вы знаете, у вас безусловно комплексы, у вас безусловно зажатость, у вас безусловно полное растворение в мужчине. У вас безусловно нету той самостоятельности, которая нужна была бы. Но в одном, я думаю, было бы правильно вам сказать, что со временем вы действительно привыкнете, разобьете все барьеры и начнете быть собой. Просто сейчас вы не можете поверить в то, что этот мужчина ваш. Вы боитесь поверить. Ведь тогда это означает, что у вас появится ответственность, у вас появятся какие-то обязательства, у вас появится будущее. Все это нужно держать, удерживать, а вы этого всего боитесь. Еще вы боитесь его потерять, потому что он стал смыслом вашей жизни. Он стал всем тем, чем вы сейчас живете. И вы знаете, в вашем случае, обычно, говорят так, что нужно разрешать комплексы, нужно понимать, что для вас ценно, защищать свои интересы, но я не думаю, что вы к этому всему сейчас будете прислушиваться. Я думаю, что вы сейчас одновременно хотите быть стереотипной и не хотите быть такой. Так вот, поскольку вы девочка скромная и привыкли, наверное, во всем своих родителей слушаться, ведь вы даже боитесь им рассказать про молодого человека, боитесь, что они не одобрят ваш выбор. Вы и к своему молодому человеку относитесь так же, как к родителю. Он за вас все решает. И правильным в этом, в вашей ситуации, в этом случае будет поведение, при котором вам будет лучше. Вот вы чувствуете, что не готовы еще переезжать к нему на квартиру? Чувствуете, что он дорогой событий, не нужно этого делать. Ну а во всем остальном наслаждайтесь жизнью. Живите так, как вам хочется. Получайте удовольствие, общайтесь с ним. Только знаете, о чем я хочу вас предупредить? Вы сейчас делаете первые шаги своей большой, долгой жизни, во взрослой жизни. И эти шаги не всегда будут одобрены вашими родителями, окружающими и кем бы то ни было еще. Родители хотят вас защитить, окружающие преследуют свои цели и интересы. И только вы знаете, что вам нужно для вашего счастья. Только вы знаете, к чему и куда вы стремитесь. И вот это вам не нужно терять. Чтобы не быть стереотипной, обращайте внимание, ориентируйтесь только на свои желания, на свои чувства, на то, чего вы хотите. И никому никогда не позволяйте это у вас отбирать.
Если вы думаете, что эксперты будут отговаривать вас от того, чтобы вступать в эти отношения, или наоборот, говорить вам, чтобы вы продолжали, то вы ошибаетесь. Советы мы давать не будем. По крайней мере, я не буду давать точно. Я считаю, что это неправильно. Вы получили первый опыт, как в сексе, так и в личной жизни. Будет этот опыт удачным, будет ли он на всю жизнь или нет, неизвестно. Никто не знает. Но это ваш путь, и вам его нужно пройти до конца, каким бы он ни был, хороший или плохой, неважно. Вам нужно этот путь пройти. И вы боитесь, потому что для вас эта ситуация нестандартная. Для вас это все ново, необычно. Для вас это все стрессово. Но если вы хотите быть с этим человеком, если он ваш, если вас к нему тянет, и вы без него не можете, а он не может без вас, то со временем неловкость пройдет. Со временем вы почувствуете свободу. Конечно, то, что он живет в квартире со своими родными, не очень этому способствует. Но всему свое время. Может быть, мужчина в конце концов переедет на другую квартиру, отдельно, где вы почувствуете себя более свободно. Основная ваша проблема заключается в том, что вы себя недооцениваете. Вы считаете себя недостойной, вы считаете себя недостаточно хорошей для него, даже для нашего ресурса, вы считаете, что ваш вопрос не пройдет. И это все рождает встречный вопрос. Почему вы настолько себе не уверены? Что заставляет вас думать, что вы хуже, чем другие? Что заставляет вас думать, что вы не уверены в себе, что вы не можете чего-то? Что, например, мужчина не может быть с вами. Ведь вы же с ним общались, вы же с ним вступали в диалог. Значит, ему понравилось с вами, он оценил вас по достоинству. Так в чем же дело? И вот эту проблему, проблему неуверенности в себе, вам и нужно решать. А она, эта проблема, кроется в отношениях с родителями, конечно же. Потому что, если у вас родители строгие, они не дают вам принимать самостоятельное решение. Вы боитесь, что они не одобрят, что они вот будут вас ругать там, и так далее. Но вам уже 18 лет. По законам Российской Федерации вы полностью совершеннолетняя и хозяйка своей жизни. Вы можете делать и поступать так, как вы считаете нужным. И родители формально уже ничего не могут вам сделать. Они не могут вас формально ни к чему обязать. Начинается ваша жизнь, за которую несете ответственность только вы. И, безусловно, к этому вы не готовы. И вы сейчас как раз таки занимаетесь тем, что учитесь этому. Вы учитесь нести ответственность за свою жизнь. Как раз. И вот именно этот процесс научения, получения опыта, выход за привычные рамки вам придется пережить самостоятельно. А вот проработать комплексы, и неуверенность в себе, это нужно обязательно. Каким образом? Ну, во-первых, понимаю, что ваши личные интересы, ваши собственные желания всегда будут отличаться от таковых у родителей. И думаю, родители вам очень дороги. Думаю, родители вам очень важны.
но они не будут все время с вами. А их цели, их ценности вполне могут не отвечать ваш, и это нормально. Так вот, вам нужно начинать внутренне себя готовить к тому, что они, родители, будут не согласны с вашим поведением. И чем дальше, тем больше. Почему? Потому что они за вас боятся. Они опасаются, что с вами случится что-то плохое, и будут стремиться вас защитить. И только лишь когда они увидят, что то, что вы делаете, действительно приносит вам счастье, вот тогда они поверят, что это действительно так. И примут. Но именно примут. Не признают вашу правоту, нет. Именно примут. То есть скажут, ну ладно, что ж мы можем поделать. Раз ты так решила, что ж, не держать тебя заперти, ну или что-то типа того. Потому что признать свою неправоту для них означает признать, что их точка зрения, их картина мира является неверной. А это очень плохо для них и совершенно невозможно. Поэтому внутренне готовим себя к тому, что то, что вы хотите, будет идти вразрез с родителями. Если до этого не было, то сейчас начнется. И это нормально, так бывает каждый раз, когда человек начинает свою взрослую жизнь, свою самостоятельную жизнь, в этом нет ничего плохого. Что вам еще можно сказать? Наверное, ничего. Потому что сейчас, когда вы только получаете опыт, вы находитесь в начале своего жизненного пути. Все, что с вами происходит, для вас в новинку. И говорить вам в позиции профессионала значит сбивать вас с толку, сбивать вас с своего пути. Мне бы этого не хотелось. Но поскольку вы обратились сюда с конкретной проблемой, а проблема это ваша неуверенность в себе, то вот с ней нужно работать. Если, конечно, вы этого хотите. Став более уверенной в себе, вы обретете возможность лучше выражать себя и с другими людьми. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы останутся, обращайтесь в личку по Москву. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.